Ну что, дорогой друг, уважаемый саунд-продюсер, мы продолжаем делать дабстеп. И давайте сейчас будем наводить легкое сумасшествие, чем, в общем-то, и славится дабстеп, своим сумасшедшим басом. Еще вам фишку хочу такую сказать, что если вы залезете куда-нибудь в интернет и поищете, как делать дабстеп, то почему-то, я не знаю, с чем это связано, повсюду ходит очень популярный миф, что, чтобы делать дабстеп, нужны какие-то там закачать миллиард синтезаторов специальных, созданных для дабстепа. Вот, у меня тут кошак мяучит, подтверждает, что такой миф есть. Вот, видите? Вот, а реально дабстеп делается из обычных синтетических звуков, которых там в каждом кислотном синтезаторе просто полно. Ну, кислотный синтезатор, это имеется в виду, то есть не гитара, там не пианино, а вот именно электронные звуки, где вот синтезаторы с электронными звуками. Вот дабстеп делается при помощи обычных звуков. Просто с ними надо обращаться так, как будто вы страшно обдолбанный наркоман. Наверное, вот так вот. Звуки обычные, просто с ними надо обращаться несколько специфическим образом. Вот, наверное, многие удивлятся, если я сейчас для того, чтобы делать дабстеп, снова открою Nexus. Окей. Все, что нам нужно, это просто найти какой-нибудь звук, бас поагрессивнее. Такой поядовитие. Ох, прям кислота. Да, то есть нам ничего сверхъестественного не нужно. Только вот включите, когда звук выберете, там мастер-фильтр, вот этот вот. То есть у нас фильтр есть вот здесь вот. Это фильтр конкретно для звука, то есть для которого вы выбрали. И после того, как он обработается там фильтром, на него там кладется дилей, реверб и все такое. А мастер-фильтр — это фильтр для всего сразу. Поэтому мы использовать будем именно мастер-фильтр. Вот и все. Я долго искать не буду, знаете, вот, в общем, у меня это транс бас 14. Окей. Что нам нужно дальше? То есть сам бас играется просто. Давайте я даже его играть не буду. Допустим. Блин, черт, какой же он громкий прям. Сейчас. Вот так вот, допустим. Давайте вот так вот. Допустим, две доли одну ноту играет. И ту же самую на октаву выше. Вот, то есть, в чем заключается вся игра? Вся игра заключается в сумасшедшем фильтре. Вот в нем и все, и больше ни в чем. Вот, и давайте мы его просто сейчас нарисуем, как это обычно делается дабстеп. Ну, давайте для начала просто побольше создадим, чтобы у нас было там побольше пространства для разных фишек. Выделяем все, копируем. И еще раз, допустим. Даже давайте еще раз сделаем, чтобы разных фишек показать побольше. Что можно с этим фильтром делать? На самом деле его надо просто, чтобы он тоже сходил с ума. Вот, пожалуй, все. Давайте откроем здесь. Причем что-то он
выходит за пределы экрана. Вот. Больше. Вот, мастер фильтр кат. Отрезание частот. Уже круто. Давайте там как-нибудь сделаем его, чтобы он так побыстрее срабатывал. Да. И там, допустим, уходил. И что еще характерно для дабстеп, он использует 16-й триоли. То есть, допустим, давайте возьмем четвертую долю, вот эту вот. Здесь поставим 16-й триоли, 16 триплет, вот они. Вот, допустим, внизу. Вот видите, она вот неровно идет, не по сетке. Вот через одну вот так вот поставим здесь. Здесь. Как бы вот у нас одно деление. Вот так вот. И между ними проставим такую ва-па-па будет. Вот. Причем мы можем выделить вот эти вот точки. Аккуратненько вот так вот. Так. Нажимаем Shift. И отжимаем все лишнее, что выделилось. Ставим, допустим, на вторую часть. То есть на второй такт. Нажимаем Ctrl-C, то есть копировать. И Ctrl-V вставить. Вот, можем даже там еще вставить. То есть и на вторую долю тоже вставить. Услышите сразу характерный дабстеп бас. Вот. Давайте тут тоже вот, допустим, раскроем вот эту вот ноту. То есть мы, вот у нас нота начинается, она ва. Давайте так. То есть туа. Раскрывается, закрывается. Вот здесь она тоже, где вот нота звучит. Она тоже начинает тут раскрываться. Потом там играет. Да. И вот здесь, где она звучит, тоже она раскрывается. То есть начинается именно снизу. Туа. Вот так вот. Все. Можем взять, допустим, все, что у нас есть, вот так вот сейчас. Вот здесь вот. Так, снизу у нас не выделилось. Вот у нас точки становятся красными. Вот, мы их выделили. Нажимаем Ctrl-C. То есть копировать. И рядышком Ctrl-V вставить. Вот. Давайте так. Ну вот. И вот вам дабстеп самым простым звуком в Nexus. Ну то есть обычный звук, просто бас. Давайте тут его на третий, четвертый такт сменим на какой-нибудь другой. Вот сюда вот, допустим. Ну вот, как бы, вот такая вот фишка. Можно его вообще замучить. Вот каким образом. Давайте возьмем, допустим, 16-й триоли. Проставим здесь на них точки. Давайте увеличим. Скажем так, создадим рисунок пилы. То есть у нас легкий спад, резкий подъем. Потом на следующую сюда. Да, сейчас услышим. Сейчас я подлиннее нарисую. Сюда вот подольше, до, вот, до малого барабана.
что-то он странновато рисуется. Ну да ладно. То есть ровная палка вверх, а потом скос. А, я уже дошел до этого, увлекся. Ну, в общем. Допустим, если мы тут выключим бочку, чтобы бас прослушался. Вот, или можно даже еще жестче сделать. Допустим, тут удалим. Давайте сделаем не 16-ми триолями, а даже еще быстрее 32-ми. Тут на самом деле можно быстрее делать все это. Просто надо это выделить. Ctrl-C и Ctrl-V. Вот, вот так вот он хрипит. В принципе, он не слушается таким агрессивным, потому что у него там есть ревербератор. Давайте мы его выключим еще. То есть все вот эти эффекты. То есть дилей, ревербератор выключаем. Вот. Ну и можем скопировать там ритм какой-нибудь. У нас тут с четвертой доли идет. То есть у нас тут первая, вторая, третья. Мы тут чуть задели. А с четвертой мы, допустим, скопируем. Так, выделились лишние. Нажимаем Shift и отжимаем все лишнее. Теперь Ctrl-C и Ctrl-V. Так вот. Давайте вот этот кубик уберем, скопируем вот это вот. Ну или давайте тут тоже сделаем. Допустим, возьмем одну долю отсюда. Вот это вот сумасшедшая автоматизация. То есть, что значит одну долю? С пятого, то есть 5-5. Вот как бы здесь первая доля для пятого такта, и вот вторая доля. Вот эту вот часть берем, копируем. И ставим ее сюда. Вот. Можем даже взять, допустим, вторую долю из этих вот штук. Копировать. Вставить. Ну, в общем-то, вот так вот и делается. Смотрите, что происходит с нашим фильтром.
Понятно, что вручную так сделать нереально, только программами. Вот, пожалуй, и все. Может, тут даже какие-нибудь места сделать в нотах чисто поинтереснее. Давайте объединим сейчас все это. Видите, у нас как бы все остальное делается фильтром. Давайте здесь вот вернем, допустим, вот сюда. Ну ты просто как бы внести легкое такое, легкое разнообразие внести. Так, давайте мы сделаем вау-вау. Вот так вот. Ох, красота. И здесь давайте повторим то же самое. Так, у нас две доли, две, две и по одной. Здесь тоже раз, два. Раз, два, две и по одной. У нас тут уже прям сумасшествие начинается, поэтому мы его можем даже усугубить. То есть у нас, допустим, там... Допустим, взять вот эту ноту еще на октаву выше засунуть. Октава... Вот. Сюда вот. Ох, красота. То есть октава — это 8 белых нот. Ну, просто 8 нот. То есть... Вот, то есть у нас вот это вот. И еще расстояние 8 нот сюда. Октава — это от латинского 8, окта. Вот, просто мало ли, может, кто не знает, что такое, из тех, кто смотрит. Давайте тут устроим не такие скачки по октавам. Я тут причем ноту мимо поставил немножко, но она вроде нормально слушается. Вот. Ну давайте уж, коль мы скотчем по октавам, сделаем, допустим. Ну и тут сам Бог велел попрыгать высоко. То есть вот у нас фа, еще фа, и давайте вообще улетим просто. Давайте посмотрим, что у нас получается в целом. По-моему, очень даже хорошо. Вот такой вот дабстеп. Что тут скажешь? Мне кажется, я вам тут показал основную суть. Давайте его обратно вниз верну. Я люблю, когда барабаны сверху. Вот. Причем в такой последовательности. Бочка, малый, там хэты, а потом инструменты идут. Мне так удобнее, привычнее просто. В общем, вот как бы... Что тут скажешь-то? Вот весь бас, весь секрет дабстеповского баса — это сумасшедший прорисованный фильтр. То есть это главный секрет. Вот. Начало ноты зафильтровано, потом расфильтровывается. Вот, еще начало ноты зафильтровано. То есть такие принципы, да? То есть, допустим, начало ноты может расфильтроваться, при том, что бас, он как бы тянущийся достаточно. Вот, потом можно триоли делать.
фильтром. Потом можно еще делать пилу фильтром. Очень мелкую. И все. То есть основной инструмент — это фильтр. Вы просто берете фильтр и начинаете его рисовать так, чтобы вообще пипец. Вот и весь принцип. А сам бас играет, но... Можно на одной ноте делать все. Ну, я тут так чисто. То есть высокие можно там подставлять так для разнообразия. То есть ничего особенного. То есть оно выглядит так страшно и ужасно, но когда вы попробуете это поделать, вы поймете, что это элементарщина. Выглядит оно все гораздо-гораздо страшнее, чем оно вот на самом деле является. То есть это безобидная штука. То есть просто можно себе позволить так рисовать. И все, так что сейчас прорисуйте или там сыграйте ноты октавами, что-нибудь, какие-нибудь аккорды, ну и просто ноты там октавами. То есть, допустим, ля, потом можете там, не знаю, ре. У нас сейчас фильтр закруглен. Здесь мы его вот он раскрытый. То есть там уже смотрите сами, какие ноты ставить. Вот, так что все, что от вас требуется, это бас, там, сыгранный длинными нотами, октавами, и прорисованный мастер-фильтр. Вот этот вот. Обратите внимание, что его сначала надо включить. Вот. Что же, сейчас все. Это, наверное, самый длинный урок в разделе Dubstep. Ну, хоть и длинный, но оно того стоило. Так что сейчас просто берите бас, начинайте делать. Увидимся с вами в следующем видео, где я покажу вам всякие фишки еще для дабстепа. И вы увидите, что сумасшествие в дабстепе, оно вообще не знает границ. Ну что ж, сейчас на этом все. С вами был Сергей Маринкин. Сделайте сумасшедший бас. Увидимся с вами в следующем видео. Начали.